Дай почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Литцель, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Немецкий прозаик, известный в области производства фэнтези для подростков, произведения которого переведены на 30 языков, а суммарный тираж только в одной Германии превысил 1,5 миллиона экземпляров, сочинил очередной библиоматический детектив, действие которого происходит в викторианскую эпоху в Лондоне. Аромат книг. Это первый роман приквела цикла «Время библиомантов». Итак, библиоманты – люди, которые добывают магические силы из книг. Мерси Амбердейл, знающая и любящая книги колдовскими маневрами, может по ночам доставать самые ценные экземпляры для богатых коллекционеров в секретных библиотеках Англии. И вот однажды она попадает на место загадочного убийства. Книжный торговец сгорел посреди своего магазина, но ни один лист бумаги не пострадал. Перед нами Лондон трущоб и преступлений. Только здесь и может развернуться детективная история в жанре фэнтези. Мерси – обладательница редкого дара высвобождать из книг особые силы. Здесь много сюжетных линий, много следования традициям классического детектива, но есть и нарушение правил английского детективного клуба. Например, изображение китайской мафии. Напомню, что члены английского детективного клуба табуировали появление китайцев в своих произведениях. Да, это история о книгах, рассуждения о книжных иерархиях и репутациях, но в большей степени это книга о чувстве вины, о потерях и о том, как сложно, но нужно бороться со своими слабостями и страхами. Это книга о том, что от судьбы предначертанности не уйти. И даже если вы, дорогие слушатели, не знакомы с трилогией «Время библиомантов», вы с огромным удовольствием сможете погрузиться в атмосферу книг и вдохнуть их неповторимый аромат. Книга поразит роскошными и объемными декорациями викторианского Лондона, привлечет образами волшебников, расщепляющих страничное сердце, двойственностью Мерси, милая девушка днем и похитительница, просто воровка ночью. Ей придется искать убийцу, отречься от друзей, знать много неожиданных о своем происхождении, а нам, дорогие слушатели, терпеливым читателям, читать и читать тома книг про библиомантов 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».